структура послания, основные идеи, развитие мысли. Сейчас мы все это будем делать. Связь между высказываниями. Тут все, конечно, хорошо. Но ну, хватит там теории. Не хочу я вас просто учить тому, как изучать Библию. Я хочу с вами вместе изучать Библию. Послание к Филимону. Послание к Филимону. Давайте откроем этот текст. Давайте, пожалуйста, начнем вот с чего. Я прошу, у кого у нас радостная весть? У Александры, да? У Саши. Вот, я попрошу Сашу прочесть нам все это послание, причем выйти сюда вперед и неспешно, спокойно прочесть по вашему переводу, для того, чтобы мы услышали как-то, а там одна глава, но коротенькая, для того, чтобы мы услышали, может быть, так как-то по-новому, по-свежему, что ли, это послание. Вот, представьте себе, что вы сидите в церкви. Дело в том, что Филимон, выполняя свое служение, получив это послание, скорее всего, прочитал это послание в церкви. Это же письмо Павла. И прочитайте, пожалуйста, письмо. А я прошу всех остальных слушать очень внимательно. Я задам вам следующие вопросы. Первое. Какие структурные элементы посланий вы нашли в этом тексте? Проследите структуру посланий. И второе. О чем молится апостол Павел? И как эти молитвы связаны с основным содержанием этого письма? Узника Христа Иисуса и от брата Тимофея, дорогому нашему сотруднику Филимону, а также сестре Афии, нашему соратнику Архипу и церкви, что собирается у тебя дома. Милость вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я всегда благодарю Бога моего, вспоминая о тебе и о своих молитвах, потому что слышу о твоей вере и любви к Господу Иисусу и всему святому народу Божьему. Я молюсь, чтобы твоя вера, общая для всех нас, привела к постижению того блага, что есть у нас благодаря единению с Христом. Твоя любовь меня очень обрадовала и поддержала, потому что благодаря тебе, брат, успокоило сердце народа Божьего. И поэтому, хотя я апостол Христа, смело мог указать тебе на твой долг и предпочитаю обратиться к тебе с просьбой, потому что люблю тебя. Это я, Павел, Божий посол и узник Иисуса Христа. Прошу тебя за моего сына, который стал мне сыном здесь, в тюрьме, за Онесима. Когда-то он был для тебя бесполезен, а теперь он и тебе, и мне стал очень полезен. Я отсылаю его тебе, его, который стал частью меня самого. Мне, правда, очень хотелось оставить его при себе, чтобы он помогал мне вместо тебя здесь, в тюрьме, куда я брошен за радостную весть. Но я ничего не хотела делать без твоего согласия. Пусть твое доброе дело будет по доброй воле, а не по принуждению. Может быть, он потому на время и был с тобой разлучен, чтобы потом принял его навеки, и уже не как раба, а много больше, чем раба, как дорогого брата, особенно дорогого мне. Но несравненно больше он дорог тебе и как человек, и как брат в Господе. Так вот, если мы с тобой делаем общее дело, прими его, как принял бы меня. А если он в чем-то перед тобой провинился или что-то тебе должен, считай это за мной. Вот я пишу тебе собственной рукой. Я, Павел, обязуюсь возместить тебе убытки. Я уже не говорю о том, что и ты мне должен. Должен самого себя. Да, брат, теперь я хотел бы получить от тебя пользу ради Господа. Успокой мое сердце, как брат во Христе. Я пишу тебе, потому что уверен, ты меня послушаешься. Знаю, ты сделаешь даже больше, чем я прошу. А теперь временем приготовить для меня, пожалуйста, гостевую комнату. Я надеюсь, что Бог по вашим молитвам вернет меня к вам. Тебе передает привет Эпафрас, мой товарищ по тюрьме, как и я, узник Иисуса Христа. А также Марк, Аристарх, Демос и Лука, мои сотрудники. Милость Господа Иисуса Христа да будет с духом вашим. Ну, давайте с самого начала. Скажите, пожалуйста, а какие основные структурные разделы, структурные части вы увидели здесь в этом послании? Приветствие, благодарение. Приветствие. Видели приветствие, да? Да. Так, благодарение видели. Дальше. Две просьбы. Две просьбы? Как две? Почему две? А потому что одна просьба о сыне Онисиме, а другая, он просит о себе. Ага, понятно.
Да, основная все-таки о сыне Анисиме, вторая о себе. И что еще? Ну и заключение. И заключение, завершение. А теперь давайте обратимся к молитве. О чем просит апостол, и о чем молится, за что, извините, о чем молится, за что благодарит апостол Павел, и как это потом будет связано с общим содержанием этого послания? Ну, значит, за любовь и веру, которые имеют Господа. Так, за любовь и веру. Знаете, и как это будет связано с тем, что дальше он просит? Что он просит за Анисима? Что он просит бы. Так, да? Он просит по любви, соответственно, это выполнить просьбу, не... Угу. Значит, он говорит о брате, о возлюбленном, он благодарит, он знает любовь и веру, и он просит по любви, обращается с просьбой, которая основана на некоем качестве Филимона, которое ему известно. Дальше. Всегда вспоминаю о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, значит, вот я слышу о твоей любви и вере, сейчас у тебя будет возможность проявить любовь к беглому рабу и веру в то, что Бог действительно изменил сердце этого человека, которую имеешь Господу Иисусу, обратите внимание, и ко всем святым. А Анисим, теперь стал кем? Святым. Значит, если ты любишь всех святых, вот я тебе присылаю твоего беглого раба, который тебя при этом еще и обокрал, как мы с вами увидим, но теперь он христианин, теперь он один из святых. Вот у тебя возможность проявить эту веру на практике. Здорово. Дальше он хочет чего? Хочет чего? Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Вот это деятельное общение проявится теперь в принятии заблудившегося и провинившегося против себя человека. И вот вам связь между молитвой и всем остальным, что мы видим в послании. А дальше уже мы можем выйти даже на применение, даже отсюда мы можем выйти на применение. Да, я говорю, я люблю всех святых. А теперь смотрите, покаялся, уверовал человек, который лично мне нанес обиду, причем серьезную обиду. Вот начинается проверка на практике моей любви. Любить-то я люблю. Как Маршак, по-моему, переводил английскую эпиграмму: «Любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». Ну, это в общежитии, для тех, кто жил когда-то в общежитии, это актуально. А вот я люблю весь мир, я люблю всех святых. А вот один человек, который виноват лично против меня, но Бог его простил. Готов ли я его простить? Вау! И вот это же вопрос для размышления.